Ну что, мои хорошие, всем привет! В этом видео вы увидите, как надо пересаживать правильно орхидеи, в какой субстрат я сейчас их пересаживаю и что для них более самое лучшее. Поверьте мне, не судите сразу строго. Кто только зашел на мой канал, пройдите по моему каналу и посмотрите все мои результаты. Они все есть, как хорошие, так и плохие. В этом видео вы увидите, как пересаживать орхидеи, в каком субстрате они все-таки живут гораздо лучше, на мой взгляд, в том объеме, в котором они у меня здесь на складе есть. В этом видео также вы увидите небольшую часть прогулки с Мартюшей. И что же мне пришло в подарок? Я получила посылку, да. И все вы увидите в этом видео. Ну и, конечно же, пересадка орхидей очень-очень близко. Постараюсь вам все показать, поэтому не отключайтесь, оставайтесь. Я думаю, что будет очень интересно. Потому что, как бы, я думаю, что это либо предпоследняя пересадка, потому что все орхидеи практически мы с вами пересадили, либо последняя пересадка, по крайней мере, здесь на складе. Но все результаты я вам всегда показываю, и все вы это всегда видите. Ну а сейчас давайте начнем заготавливать наш субстрат к посадке орхидей. Да, ребятки, и сегодня вы также в этом видео увидите, что происходит в чистой циофлоре с орхидеями, которые перекормлены, что происходит с циофлорой, и многое чего интересного и полезного вы найдете в этом видео, особенно те, кто еще сомневается и не может справиться с этими чудесными цветами. Хотя все очень просто. Просто надо подобрать свой уход за этими растюшками. В предыдущем видео я вам показывала разные посадки. Девочки поделились своими навыками. И можете посмотреть. Так, что нам с вами надо сделать в первую очередь? Приготовить субстрат. У кого нет циофлоры, циофлору можно заменить кока-чипсами. Кока-чипсы продаются практически во всех больших магазинах. Можно заменить мох сфагнум на простой мох, который вы сможете найти где-то у себя возле дома, либо в лесу, либо еще как-то. Да, можно, ребят, потому что у меня раньше, когда-то давно, когда не было мха сфагнума, я добавляла простой мох, который могла найти. И он также хорошо способствовал и укрыванию сверху, и добавлению в горшочек. Здесь у меня уже, как вы видите, от предыдущих пересадок остался субстрат вот такой. Снизу, конечно же, я буду брать все, что помельче. Мне так удобнее. Вон даже клюковка. Клюковка даже попалась. И ногти уже сразу грязные. Кто зашел обсудить мои ногти, кому они не нравятся, проходите мимо, потому что они будут очень часто мелькать в этом видео. Так что убегайте, если вам не нравится. Ну а кто еще не подписан на канал, подписывайтесь, потому что у нас впереди все результаты после этих пересадок. Давайте добавим кору фракции 1.3. Это галтованная кора. Она есть у меня в продаже. Это не то, что я рекламирую данную кору, да, а просто говорю, где ее найти. Потому что многие спрашивают. Ссылочка под каждым моим видео. Отправки в 21 страну. Все есть у меня на странице в Одноклассниках. Кора. Циофлора промытая. Это последняя циофлора, которая у меня есть. Поэтому будем пользоваться этой вкусняшкой. Дальше, если кто смотрел все мои видео, те знают, что остаток мха я не выкинула вот такой меленький, а оставила для посадок, который сейчас вот так меленько порежу, и мы с вами добавим его в субстрат. Это мой мох. Сейчас он, к сожалению, у меня закончился. Но у нас впереди скоро тепло и лето, поэтому добавляйтесь, вставайте в очередь.
мох обалденный, животворящий, по-другому сказать не могу. Ну, если вы пройдетесь по комментариям, по всем моим видео, то вы поймете. Это для тех, кто только зашел на мой канал. Крупная кора нам тоже пригодится, покрупнее которой кусочки. Ну и начинаем. Так, мы заготовили еще на всякий случай сразу Максим. Вот так вот он у меня на складе, здесь специальная баночка. Потому что сегодня мы будем с вами пересаживать самые ослабленные растения. И вот так вот выглядит кисточка. Я сейчас ее приведу в порядок. Так, оставлю отсюда все, я так думаю. Нет, все выдавила. Всю вкуснятину выдавила. Так, кисточку подготовили, отставляем в сторонку. У кого нету щипчиков для обработки орхидей специальных, можете воспользоваться щипчиками для бровей, они тоже подойдут. Обязательно нам, наверное, сегодня понадобятся ножницы для орхидей. Ну и поехали. Ну а тем временем Мартюша запасается корой, потому что мама пересаживать тщательно и активно все орхидеи. Это мы еще гуляем, ребят. Я вам показываю, чтобы вы не заскучали при пересадке. Вот так Мартюша старается. У нас опять намело много-много снега. И, конечно же, я вам хотела все это показать. Посмотрите. Я не вижу сама себя, что я вам показываю, потому что солнышко светит. Но Мартюша старается, да, старается. Мартюш, пошли. Нам хватит коры на сегодня. Пошли. Все. Вон он там уже все сделал, что ему надо. Давай, беги вперед. Молодец. И Мартюш побежал по сугробам. Смотрите, какие у нас сугробы. Вот здесь мы с ним каждый день гуляем. И все замело за ночь. Я думала, что машину не откопаю. Вот. Так блестит снег. Такая красота. Неописуемая. И мы идем. Идем, гуляем с Мартюшей. Мартюша, конечно, радость. А мне? Ну, чуть-чуть радость. Смотрите, как блестит снег. Я думаю, что вам видно. Мартюша купается. Первый раз я могу вам это показать без привязи. Все, не купай. Купается, купается. Смотрите. Это бывает очень редко, когда Мартюша без привязи вот так купается. Поэтому это нельзя не заснять. И вот такая красота. Холодновато у нас на улице, холодновато.
Чего? Снежный Собакин. А, Снежный Собакин. Орхидейный друг. Орхидеи любит. Где мой жайк? Всем добрый день. Да? Уже жду маму, когда она попьет кофе и пойдет со мной гулять. Да, Мартёша? Мартёша? Ой, ну серьезный мальчишка, куда деваться? Мартёша? Ну, поздоровайся. Мартёш. Мартёша. Мартёш. Вы соизволили повернуться. Ты мой принц. Так, ну что, ребят, начинаем вынимать орхидейки, которые в циафлору были посажены. Циафлору эту я выбрасывать не буду. Она мне еще пригодится. Ну, а то, что вот находится внутри, я, конечно, буду выкидывать. Эту циафлору я обработаю и добавлю опять в посадки. Обработаю ее промывкой, то есть хорошо промою. Это выбрала самые слабые, которые сидели в циафлоре. И сейчас вот я хочу начать с них, потому что им что-то не нравится. Ну а что им не нравится, я вам показывала в предыдущих видео, что с ними происходит. Так. Ребят, палочку не подготовила свою, выручалочку. Мне так светит солнышко, что я ничего не вижу. Сейчас мы с вами сначала освободим орхидейки, а потом будем быстро пересаживать. Ну, все как обычно. Здесь корешочки пробрались через горшочек. И нам надо корзиночка такая. Все освободить сначала. Для того, чтобы не травмировать корнюшки. По крайней мере, постараемся. А там уж как получится. Я всегда стараюсь показывать вам более все подробно, чтобы вам было понятно.
вот как ни старалась, корень нечаянно травмировала и отрезала. Прости меня, орхидейка. Хотела как лучше, получилось как всегда. Субстрат до конца можно не убирать, но если он убирается, значит убираем. В этих посадках, которые я стала делать для орхидеек, они замечательно себя чувствуют. И даже новый старый субстрат им, в принципе, не нужен. Хотя больше половины орхидеи мы с вами пересадили именно таким образом, оставляя чуть-чуть старого субстрата, для того, чтобы орхидея легче адаптировалась. Но сейчас посмотрим, кое-кому, возможно, и оставим, а у кого-то и уберем его полностью, потому что орхидеи в разном состоянии. Вот здесь она еще в азиатском хе. Ну, именно у этой прекрасные корешочки, которые находятся в росте. Сразу чуть-чуть, где видим, подчищаем шейку, убирая старые чешуйки. Ребят, не знаю, насколько вам все это дело хорошо видно, засвечивает солнышко. Но я буду стараться. На складе мне больше спрятаться некуда. Жалюзи приоткрыты для того, чтобы солнышко проходило в помещение и делало свое хорошее дело. Все, никаких глобальных зачисток, ничего не будет. Просто снимаем старые чешуйки и немножечко удаляем старые тяжи. Орхидейка в прекрасном, видите, данная. Все у нее растущее, все у нее замечательно. Так. Эта красотка вообще посажена в мой мох. Уже. И у нас вот такие тут прекрасные корнюшки. Этот мох мы выкидывать не будем. А добавим его. Он хороший. Вот такая вот уже красота наросла в орхидейке. Ничего, сейчас.
Здесь тоже надо убрать немножко старых чешуек и старых тяжей. Они ей уже не нужны. Я стараюсь тяжи не удалять никогда. Ну, все в зависимости от обстоятельств. В данном случае они нам не нужны. Здесь красотки вообще вон убегают из стаканчика. Который тоже нам придется сейчас освобождать. Дай бог не отрезать тоже корень. Давайте, пока я тут режу, мы с вами посмотрим, что же мне пришло в подарок. Посылочка. Ребятки, всем привет! Мне пришла сегодня посылочка. Конечно же, пришла она ко мне давно. Я бессовестная. Заработалась, уработалась. Прошу прощения. И сейчас мы будем смотреть. Да, пришла она ко мне, до вас требования. Потому что адрес свой я везде прячу. Ну, не от того, что прячу, а вот именно от этого и прячу, чтобы ко мне не присылали посылочки. Ну, умные девочки все равно находят способ и присылают. Ой, чего же это такое красивое? Ой. Посылочка ко мне пришла с Уфы. Ой, что это такое? Ой, какая классная штука, девчата. Вообще. Спасибо, моя хорошая. Я не буду называть имен. Я думаю, что она увидит это видео. Она сделает своими руками. Вот такие, вот такая вот мочалочка. Класс вообще. Девчата. Две штуки. Мне и мужу. Крестница и дочка моются мягенькими. Во, это мне. Точно. На руку одевается. Ой, класс вообще. Здорово. Девчат, такая красота. Обалдеть. Спасибо большое, моя хорошая. Мне правда очень понравилось. Она так переживала. Говорит, ну, ой, у меня бутылки взрываются. Что вдруг мне не понравится. Мне очень понравилось. Это сделано своими руками. Как оно может не понравиться? Спасибо тебе, моя хорошая. Очень здорово. Я не могла не поблагодарить в виде видео человека. Поэтому я, конечно же, вставлю этот ролик в наши пересадки, но обязательно вставлю. Спасибо тебе, моя хорошая. Я очень довольна. Очень классно. Девчат, смотрите, какая прелесть. Человек старался. Жалко, что я не наставила камеру на себя. Вы бы сейчас видели, насколько я улыбаюсь. Но я думаю, что вы это чувствуете по моей интонации. По моему интонации... Нет, по моей интонации голоса. В общем, вы меня поняли. В общем, класс. Прости, пожалуйста, что я так долго, целых, наверное, 4 дня не могла забрать с почты. Ну, вылетело из головы. Ой, я со своими орхидейками, отправками, заказами вспоминала очень поздно, когда почта уже была закрыта. Но ничего страшного. Девочки на почте мне даже позвонили, говорят, Люб, тебе пришла посылка. Я говорю, да я знаю, говорю, сегодня приду уже отправлять посылки и заберу. Спасибо большое, очень здорово, очень трогательно. У меня даже мурашки по коже. Да что это такое? Простите, я надеюсь, вы не пугаетесь. Это
Муж подал бутылку с улицы, 5-литровую. И вот она с мороза в тепло. Ну, хотя у нас не мороз, у нас тепло. Но она вот так трещит. Здорово. Вообще классно. Я очень довольна. Класс, класс. Буду ими мыться. Сама. Мужу не дам. Пускай моется своими старыми мочалками. Все, я передумала. Обе мои. Вот. Все. Спасибо, спасибо большое. Вот такие замечательные мочалки мне пришли. Я очень рада. Спасибо большое. Очень прикольные, согласитесь. Человек старался и делал своими руками. Для меня такой подарок. И мне очень понравилось. Так, это у нас красотка сидит в азиатском еще мхе. Видите? Так, удаляем не очень хорошие корешочки. И все, а мох, который на корнях, удалять не будем. Пускай остается. Смотрите, какая красота. Но пересаживать все уж так все, я думаю. Хотя вот это уже и не получится. Наверное. Потому что сломаем просто ей корни. Вот она пересаженная в мой мох. Видите, что она делает? Ребят, сломаем корни, если будем пересаживать. Эту красавицу оставляем в этой посадке, только поменяем ей горшок. Пошире возьму. И вниз, вниз, вниз мы ей положим. Вот так вот мха. Потому что у нее вот здесь корешочек уже вот так убежал, чтобы он не сломался. И пространство есть замечательное, она будет дышать. Вот такая вот красотка. Кому-то достанется такое чудо. А может, и никому не достанется, может, оставлю себе наблюдать. Так, все, это убираем в сторону. Попозже дольем ей водички. Хотя у нас водичка вот здесь есть от старых стаканчиков. Сейчас мы сразу ей и нальем ее. Ничего страшного, в этой воде нет. Все, налили водичку, и она будет питаться. Будем наблюдать за чудо-посадкой. Так, что у нас там дальше с вами? Здесь в азиатском хе сидит тоже. Опа. Вот так вот убегает корешок. Ну, здесь мы его сможем освободить, отрезав вот так низ горшочка. Возможно, видео будет очень длинным, ребят, и тогда оно будет просто не одно, а с продолжением. Посмотрим.
Зачищаем все чешуечки, потому что листочки какие-то уходят, а чешуйки остаются, и они мешают пробиваться новым корням в полной силе. Так. Ну и что мы здесь видим? Сейчас удалим листик, хотя он еще так плотно сидит. Ребят, здесь я тоже не смогу ее уже вынуть, поэтому так можно и оставить. Там от шеи пробираются корешочки. Здесь, по-моему, уже мой мох. У нее что-то я не могу рассмотреть. Ну, здесь уже прям вот видите, по периметру корни пошли. Здесь, здесь и... Блин, все засвечивает от солнышка. Сейчас я переверну камеру, и мы сажать с вами будем, конечно же, чуть-чуть по-другому. Также берем на дно мох, укладываем. Чуть-чуть сверху ей свежего мха подкладываем. Прям рыхленько. Все, сверху ей свеженького положили. И здесь ставим ее вот так на мох. И она там сама потом ляжет, как ей надо. Вот так у нас с вами получилось. Потом налью тоже ей водички. Так, ну что, давайте будем пересаживать тех, кого освободили. Так, берем вот такие стаканчики 500-граммовые. Мне удобно будет в них отправлять, поэтому я сажаю в них дырочки везде. И начинаем засыпать сверху покрупнее кору. Где-то у меня будут попадаться кусочки пенопласта. Это не повредит. Его тоже можно добавлять вниз субстрата. Покрупнее кора, это примерно фракция 2-5. И вот так вот. Маленечко утрамбовываем сразу. Теперь насыпаем маленечко мха, потому что он у меня здесь сверху весь получился. И засыпаем субстратом.
То же самое и в горшочках, если вы сажаете в горшочек. Маленечко утрамбовываем. И вот так вот воздушно у нас тут все получается. Воздухопроницаемость обязательно тоже должна быть, если это не закрытая система. Про закрытую систему тоже у меня много видео на канале, поэтому можете посмотреть. Сейчас мы с вами сажаем именно в такую посадку. И орхидеи на эту посадку реагируют очень хорошо. Им очень нравится. Берем нашу красотульку и устанавливаем ее в горшочек. Обсыпая меленькой нашим субстратом. Все, орхидейку мы с вами посадили. Теперь берем влажный мох. Который я заранее подготовила, и обкладываем сверху. Мох прижимаю для того, чтобы поплотнее села орхидейка. От шеи можно мох отодвинуть, я думаю, вам видно. И из серединки убрать весь мусор. Я дую. Вы можете убрать кисточкой. Все, орхидейка посажена. Берем следующую. Кто не нашел информации для себя в этом видео, посмотрите все предыдущие видео. В каждом видео говорю что-то новое. И, кстати, под последним видео девочка написала, что она хочет пересмотреть свои посадки. Возможно, орхидеям не нравится, по 3 года не цветут. Девчат, не торопитесь тормошить свои орхидеи и пересаживать. Если они у вас все 3 года прекрасно растут, в том субстрате, в который вы их посадили, но еще не цветут, это не означает, что им не нравится ваша посадка. Если вы видите рост корней, рост листьев, ваша орхидея привыкает к вашей посадке. Поэтому не спешите ее пересаживать, а просто подождите, и она вас обязательно в этом году уже порадует. А если вы ее пересадите, вы ее сейчас потревожите, и она может еще дольше не зацвести. Все. От шеи также мох убираем. Здесь есть бирочка. Мы можем ее сюда поставить. Ну, конечно же, они все будут у меня подписаны, чтобы никто не потерялся. Также берем орхидейку. Все то же самое с большими орхидеями. Для больших орхидеек я также беру мелкую и крупную кору. Для того, чтобы было
побольше воздушности в посадке. Все. Теперь обкладываем мхом. Кстати, здесь вот видите, мох и сфагнум, и другой мох. Ничего страшного в этом нет. От шеи мох чуть-чуть убираю. Полив первые два раза будет полностью замачиванием, а потом, я вам уже показывала, вот они стоят в контейнере. Я наливаю в контейнер вот столечко воды буквально на два пальца и оставляю их до завтрашнего дня. Завтра, на завтрашний день я прихожу, воды здесь нет, получается как мокрые пяточки. И замечательно, им все нравится. Мы с вами будем все это наблюдать, и я буду вам все это показывать. Вот и еще одна красавица посажена. Так, продолжаем дальше. Все то же самое. Помельче фракция. Перемешку с мхом. Внизу все покрупнее, сверху все помельче. Маленечко потрясываем, чтобы оно все утрамбовалось. Вот орхидейка. Видите, такая послабее, поменьше корешочков. Но все с ней будет прекрасно спустя какое-то время. Также уставляем ее сюда, устанавливаем. И просыпаем нашим готовым субстратом. Да, сейчас она у вас болтается, шатается, но это ничего страшного, потому что мы сейчас ее переложим сверху мхом. И все ей понравится. Освобождаем все листики. Убираем чуть-чуть от шейки. Все. Наша красотка сидит.
Ну, а сейчас у нас пойдут самые слабенькие на пересадку, у которых тяжи я не убираю, если у них совершенно нет корней. Тяжи оставляю. И не кричите мне сейчас те умные люди, которые всегда говорят, что тяжи не спасают орхидею. Спасают. Вот именно для того, чтобы она нарастила новую партию корней, ей достаточно и тяжей. Снимаем чешуйки с шеи. Простите, что уже не близко все это показываю вам. Ну, вы у меня уже умницы, и все в приближенном виде, в принципе, есть практически в каждом моем ролике. Чуть-чуть удалим кончик попки. Капельку подмажем Максимом шейку. Не потому, что здесь что-то плохо, а просто. Бывает так, что на вид мне не очень нравится шейка. И я ее чуть-чуть подмазываю, чтобы потом саму себя не ругать, что почему я этого не сделала. Все. Вот так прям чуть-чуть подмазали. И теперь сажаем. Этой орхидейке, которая практически без корней, укладываем, естественно, побольше сюда мха. Но не прям уж так много, чтобы она не выпрыгивала сразу отсюда. А укладываем мох, ей будет легче адаптироваться. Конечно, Максиму лучше подсохнуть, но я не буду этого делать. Так, ребят, вот этот корень-то у нас тоже тут плохой. Поэтому мы его тоже снимаем. И оставляем тяж. Все. Орхидея осталась без корней, с одними тяжами. Ничего страшного. Все с ней будет замечательно. Сейчас аккуратно обсыпаем ее очень мелкой фракцией. Стараемся выбрать из нашего субстрата что-то прям помельче. И обсыпаем ее под самый верх, под самую шейку. Маленечко утрамбовываем здесь все, чтобы она зацепилась там тяжами. И укладываем сверху мох. Тем самым листики будут чувствовать эту влагу. Мох напитывается влагой, когда вы орхидейку поете снизу. И мох тоже намокает. И поэтому он будет... Маленечко много насыпали, убираем кору. Поэтому он листочком будет тоже подавать влагу. И, естественно, провоцировать новые корни для выхода. Мох замечательно с этим работает. Ребят, все потери после пересадок, если они будут, я вам все буду показывать для того, чтобы вы делали для себя какие-то выводы. Подписывать орхидеи я не буду. Какие совершенно тут без корней, какие с корнями. Ну, мне это не надо. Мне будет достаточно того, что я буду видеть, как они растут и развиваются. Набирают ли тургор. И тем самым я буду понимать, что они восстанавливаются. У нас на улице очень холодно, у меня машина заводится каждые 15 минут.
Все. Продолжаем дальше. Также засыпаем кору покрупней. В перемешку с амхом и с циофлоркой. И с очень мелкой фракцией. Так, здесь у нас тоже ослабленное растение, тоже практически без корней. Буквально пару корешков появилось у нас от шеи. Но ничего страшного. Все с ней будет замечательно. Чуть позже. Так, вот эту меленькую фракцию, которая рассыпалась, можно сюда добавить. И обсыпаем ее также по периметру горшочка. И дальше обкладываем мхом. Кому все это интересно, те проходят по всем моим видео и их смотрят. И находят для себя очень много информации, особенно те, которые только пришли на наш канал. И у них все получается, если они внимательно смотрят все видео. Потому что в каждом видео про пересадки я говорю что-то новое. То, что забыла сказать в предыдущем видеоролики. Поэтому все вопросы, что у вас возникает, в принципе, можно найти у меня на канале. Ну и также можно их задать под видео в комментариях, и я постараюсь на них ответить. Также вниз укладываем фракцию покрупней. Здесь нам надо более влагоемкий такой субстрат. Я не боюсь этого делать, потому что дырочки у нас в горшочке. Почему здесь более влагоемкий? Потому что здесь орхидейка практически без корней. Не практически, а без корней. И, возможно, она, не знаем, поживем, увидим, не захочет с нами оставаться. Сейчас мы ей подмажем шейку. Ну, слабенькая просто очень. Так, ну, время покажет. Чуть-чуть сухого мха положим. И также помельче фракцию сейчас засыпаем. Обычно помельче фракция вся скатывается вниз. Но меня это не пугает. Так. И обкладываем мхом для того, чтобы она хорошенечко зафиксировалась и чувствовала влагу от мха.
Видали, как сложила листочки? Но сейчас мы с вами все здесь расправим. И хорошенечко ее зафиксируем. Мох нам в этом поможет. Все, насколько смогли, мы ей помогли. А дальше время покажет. И еще одна такая же слабенькая орхидушка у нас осталась с вами. Вниз покрупнее фракцию. Дальше побольше мха и сухенького, и влажненького. Ну, на эту тоже надежды не питаю, но все-таки дам ей второй шанс для жизни. Солнышко как выбегает, я ничего не вижу. И также перекладываем ее мхом. Большая часть таких растюшек уже восстановились. Поэтому будем надеяться, что и эти прекрасно отреагируют на новую посадку и захотят жить. Ну, таких сложных орхидеек у нас они есть, но не так много. Поэтому хватит времени, чтобы за ними поухаживать и последить. Самое главное сейчас вот ее посадили и больше не тормошить. Все. Поить ее из-под низу. И если она есть у нее тяга к жизни, она восстановится. Все, что мы с вами могли для нее сделать, мы сделали. Так, небольшая партия пересажена. И теперь нам надо быстренько их напоить. Но поить, ребят, я буду их, вы уже знаете как. И почему я это делаю сразу. Здесь травм никаких орхидеям, в принципе, мы с вами не делали. Поэтому мы увлажняем сразу субстрат для того, чтобы они не сидели в сухом субстрате. Поэтому я вот так вот его смачиваю, напитываю влагой. Конечно, вот такие процедуры. Лучше бы вот так вот замочить орхидейку и оставить минут на 15. Но у меня некогда и нету времени этого делать. Поэтому я буду вот так вот просто окунать, 2-3 минутки держать. Мох, который присутствует в субстрате и циофлора, они напитают в себя очень быстро воду и будут передавать
естественно, коре. Полностью водичку я сливать не буду. Видите, она текет. И буду устанавливать вот сюда в контейнер. Вам, наверное, не видно. Чуть позже покажу. Просто увлажняем. И через два денечка я проделаю эту процедуру опять. Ну, а потом буду оставлять их на мокрых пяточках, и они будут замечательно. Уже субстрат будет замечательно впитывать в себя всю воду и передавать наверх. Простой водой сейчас их пою, без ничего. Скоро у нас будет с вами обработка полностью витамаром. И эти орхидеи тоже получат этот препарат. Все, о чем я говорю, во что сажаю, чем обрабатываю, чем подкармливаю, все есть у меня на странице. Сделать заказ, посмотреть цены можно у меня на странице в Одноклассниках. Да, я есть в Инстаграме, я есть ВКонтакте, но там я заказы не принимаю. Эти соцсети я сделала для того, чтобы люди переходили на YouTube, на мой канал, и находили информацию, где и чего можно сделать. Занимаюсь я всем этим только в Одноклассниках, то есть оформлением заказов. Почему я это делаю, почему нету у меня на всех платформах продаж, я уже много раз говорила. И никогда не будет. Мне достаточно одной платформы, это Одноклассники. Если вас действительно все это интересует, вы зарегистрируетесь, сделаете и оформите заказ там. Как-то так. Ну а кому интересно, все продолжение об этих орхидейках, как они себя будут чувствовать дальше. Кто не подписался еще, подписывайтесь. Потому что я каждый вздох этих орхидеек всегда показываю. И вы будете вместе с нами наблюдать за чудо-превращением этих растюшек в шикарные, замечательные кусты. Надышалась пыли. Как ни крути, а пылька присутствует, когда пересаживаешь. И кашляю. Верхний слой мха я никогда специально не увлажняю, то есть не хожу с пульверизатором и не увлажняю его. Если замочить орхидейку полностью, то мох сам постепенно, верхний слой тоже будет увлажняться, потому что снизу вверх будет поступать влага, и мох тоже напитается этой влагой.
Вот и все. Один контейнер мы с вами пересадили. Давайте, наверное, это видео я выложу, а остальные пересадки вы увидите в следующем видео. Поэтому, кому интересно, оставайтесь и продолжайте смотреть. Не забывайте подписаться.